стариков есть такая тема. Я сейчас обгонял вот тех вот ребят. И, в общем, одна молодая, другая старая, да. И старая ей говорит, типа, что-то 15% посчитает, ля-ля-ля. Вот, что она делает. То есть она, типа... Сейчас, я отвлекся. В общем, она пытается ее унизить для того, чтобы... Ну, это как бы так гордость работает, вот, чтобы почувствовать свое превосходство. Вот. Она ей говорит, типа, посчитай сколько. Вот. Ну, и они продолжают идти. Вот у меня такие ситуации просто были с отцом. Он точно так же делал. С одной стороны, это... как бы старость, она делает, ну, как бы подпитывает, чтобы самой там не считать, да, вот. С другой стороны, это вот штука, связанная с гордостью, что типа она тем самым хочет растоптать собака. Вот. Но это одно из проявлений достаточно веселое. Вот. А после этого, да, она говорит, когда происходит ответ, она говорит, почему? Почему 25? Вот. И начинает как бы поддавливать. Вот. Ну, классика, чё.